Привет, меня зовут Роман Осипов. Сегодня я вам покажу наш новый подъемник для проверки рулонных штор, вертикальной жалюзи, сборки плиссе, горизонтальной жалюзи. Здесь можно проверить все, что угодно. У нас есть верхняя балка, которая приводится в движение электрическим мотором, и нижняя балка, которая приводится в движение вручную. Наличие этих двух балок позволяет нам закрепить и натянуть направляющие. Также на этом подъемнике у нас есть терминал для проверки электрических штор с быстрыми зажимами на 230 вольт и на 12 вольт. Для проверки рулона штор мы можем закрепить вот такие кронштейны. Они могут быть разные, с различными кронштейнами для штор. Соответственно, зажимаем здесь штору, поднимаем. На рулетке можно контролировать высоту. То же самое с горизонтальными шторами, горизонтальными жалюзи. Для сборки наклонных плиссе или проверки наклонных вертикальных жалюзи у нас есть такая балка съемная. Мы можем ее закрепить под любым углом. Угол контролируем на этом цифровом инклинометры. Также у нас есть запасной аналоговый со стрелкой. Конструкция очень жесткая, потому что у верхней и нижней балки две точки подвеса, поэтому она всегда четко выдерживает горизонталь. Это один из трех типов подъемников, которые у нас есть. Со всем ассортиментом можно ознакомиться у нас на сайте, также посмотреть наш канал на YouTube. Помимо подъемников мы производим столы для резки тканей при производстве рулонных штор и прочее оборудование.